Здравствуйте. Вчера Россия отмечала День памяти святого патриарха Гермогена, который вдохновил народное ополчение Минина и Пожарского, спасшее Русь от поляков, от тогдашнего Евросоюза в 17 веке, которого поляки заморили голодом. Сейчас в России, к сожалению, нет Гермогена. И роль такого духовного лидера пытаются взять на себя силовики. Не сказать, чтобы у них это сильно получается, но уж как получается. На этой неделе мы снова читали статью Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совбеза, который прямо заявил, что Россия не сможет возродиться, не сможет существовать как цивилизация без образования и, главное, воспитания, основанного на традиционно-духовно-нравственных ценностях. То есть всего того, что у нас методично и последовательно разрушали на протяжении последних 30 лет под прямым кураторством и по указанию Запада, в частности Сороса. Кстати, Сорос в эти же дни выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и вот этот 91-летний сатанист предлагает ровно противоположную картину мира, ровно противоположный образ будущего. Он говорил о необходимости победы над Россией, победы над Путиным, мотивируя это необходимостью защищать планету от изменений климата. Казалось бы, попахивает маразмом, но на самом деле мы знаем, что все эти разговоры про изменение климата являются прикрытием для теории золотого миллиарда, реализацией которого последовательно занимается Сорос и ему подобные. Николай Платонович предложил другой путь, который вполне совпадает с чаяниями патриотического большинства России. Это то, о чем мы говорим десятилетиями. Но важно, что об этом наконец заговорили представители нашей элиты. И, о чудо, практически сразу после заявления Патрушева глава Минобрнауки Фальков неожиданно, в кавычках, конечно, заявил о том, что Россия выходит из Болонского процесса. Но при этом господин Фальков, конечно, не уточнил, что он имеет в виду, не уточнил, как это видит, не сказал ни слова о том, что нужно возвращаться к традиционной русской или советской школе. Скорее всего, он никак это не видит. Ему просто дали методичку. Может быть, написали о том, что индекс Хирша и публикации в Скопусе, без которых сейчас было в последние десятилетия просто не защитить ученую степень, и которые являлись средством выкачивания мозгов, слива нашей научной информации и, по сути, таким средством колониального подавления. Вот что эти все вещи, они просто подрывают национальную безопасность. Слава Богу, что хотя бы это они начали понимать. Помимо Фалькова, буквально вчера мы услышали еще одно откровение, которое больше похоже на перебывание в воздухе. Исполнил его господин Собянин, мэр Москвы, который неожиданно отменил ковидные штрафы и даже пообещал вернуть москвичам более 13 миллиардов, которые были взысканы за нарушение всяких ковидных ограничений. Понятно, что людей, заморенных ковидобесием в результате оптимизации медицины, ветеринарной вакцинации и тому подобного, людей не вернешь. Рабочие места, конечно, тоже никто не будет восстанавливать. Предприятия, уничтоженные кризисом рукотворным. Но, тем не менее, вот этот факт перебывания в воздухе зафиксируем. Тем более, что происходит он не когда-нибудь, а во время очередной сессии, значит, ассамблеи ВОЗ, которая должна была принять новые санитарные правила. Мы рассказывали об этом подробно на страницах Катюши и в наших группах в социальных сетях. Вот. Но вот, судя по всему, Россия начинает проявлять какую-то самостоятельность в этом вопросе. И хотя, как мы уже говорили, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров недавно звонил директору ВОЗ Гебрейесусу и уговаривал его не закрывать представительство этой структуры в России, все-таки есть надежда на то, что Россия
попытается хоть как-то сохранить самостоятельность. Хотя, конечно, мы настаиваем на выходе из этой организации. В чем же причина такого обострения обоняния у Собяниных, Фальковых и им подобных? Представляется, что дело в том, что они начинают потихонечку понимать, что все разговоры о спецоперации можно заканчивать. Речь идет о серьезной войне с глобальным противником. Скоро это все не кончится, ничего назад не вернется. Не случайно силовики руками депутатов уже пытаются создать мотивацию для такого понимания у наших чиновников. Буквально вчера стало известно, что в базе законопроектов Государственной Думы появился проект изменений в статью 275 Уголовного кодекса «Государственная измена», который распространяет действие этой статьи на тех, кто переходит на сторону, значит, украинцев. В Уголовном кодексе, согласно этому законопроекту, появится еще одна статья 280 прим. 4, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Представляется, что ряд наших государственных деятелей, не говоря уж о представителях культурной тусовки и медийной тусовки, конечно же, вполне можно будет подвести под эту статью. Кстати, помимо всего прочего, вот этот проект новой статьи 280 прим. 4 предусматривает ответственность, ну, в виде штрафа за негласное сотрудничество с международными организациями, то есть, видимо, в том числе и ВУЗ, иностранными разведками и прочими фондами. Поэтому вся наша грантоедская тусовка может сушить сухари. Есть и другие серьезные маркеры. В частности, пока Польша строит планы по аннексии части западных территорий Украины, Россия уже упростила правила для перехода в российское гражданство для жителей Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, вчера Дума расширила возможности для привлечения добровольцев на контрактную службу, повысив, в частности, возрастную планку. Мы знаем, что очень многие люди, в том числе из наших патриотических организаций, которые едут сейчас в зону боевых действий, они, это люди старше 35 лет. Ну и, наконец, очень серьезные сигналы приходят с Дальнего Востока. Вот буквально вчера попалась информация о том, что Россия и Китай провели масштабные учения с участием стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морем. Поэтому Штаты со своей воинственной риторикой в отношении Тайваня, в отношении защиты Тайваня, несколько погорячились. В общем, жизнь становится все интереснее и интереснее. Остается констатировать, что главным драйвером вот этих изменений, позитивных, безусловно, изменений в нашей внутренней политике, то, что мы называем санитарным эффектом спецоперации, вот главным драйвером являются наши противники. Поэтому дай бог нам не пропускать этих вызовов и использовать те возможности, которые сваливаются на наши головы, использовать в хорошем смысле слова для возрождения нашей великой державы. Оставайтесь с нами.